Рильке, его стихотворение «Осенний день». Точно по Рильке окончилось это огромное лето. Вечная тень заслонила вселенский кадран до весны. Ветры примчались с полей, и лишь капельки теплого света не достает, чтоб согреться, а нашим плодам, чтоб созреть. Вот и снятся опять беспокойные сны. Точно по Рильке бездомный свой дом не построил, и одинокий, похоже, прибудет вовек таковым. Рыжий настройщик сентябрь эти зыбкие струны души, ухмыляясь, в минор перестроил. Дворник смел листья под липы, зажег их и молча уставился в дым. Точно по Рильке в тревоге брожу по аллеям, мысленно длинные письма пишу и беззвучно читаю стихи. И ночами не в силах согреться, бывает, подолгу не сплю. Слушаю ветер и дождь, и все время как будто бы чем-то болею. То ли осенью, то ли тобой, то ли просто тебя, как ее. Безнадежно, тревожно и нежно. Почти невозможно. Люблю. У этого стихотворения есть такая небольшая история. Как я говорила, я посвятила его Рильке и его стихотворению «Осенний день», который мне очень нравится. Но так получилось, я его читала сразу в оригинале и полюбила его в оригинале. И мне захотелось его перевести на русский. И 10 лет я пыталась его перевести на русский. То есть я перевела всю лексическую часть, его образы, но целое, как бывает, когда что-то синтезируешь, да, целое не похоже на целое. То есть по духу, вот в нем нет такого какого-то завораживающего момента. Вот и в тот день, когда я сказала, все, я оставляю все попытки тщетно, это стихотворение невозможно перевести. Я написала так стихотворение, использовав образы из Рильки, но какие-то свои переживания уже. Вот такого. Дима не знает, Windows 10, фиг его знает, у меня Windows 7. Ну ладно, почему он вдруг не показывает слайд? То есть местной техники нет, поэтому. Ладно. Уж как есть. С буковками. Не, без буквы, без буквы. Сейчас там. Можно, собственно, один рисунок. Ну да, если будет. Какой именно? Я запущу. Вот. Не-не-не. Прикольно. Классно. У меня есть гитара, я почему-то не слышу. Нет. Так он положен. Все, сейчас с картинкой разобрались, сейчас будет гитара. Ага, теперь есть. Поехали. Ночами без сна в остывающей комнате.
Значит, слышно молиться. Веришь, что снова здесь будет весна, а пока страшно проснуться. Утро студеное ветром окутано. Солнце в лицо, но все же только сомкну веки. Не отвернусь, кожи света ловя реки. И в этот миг, может, кто-то меня спросит. Что же с тобой? Что же? Осень, мой друг, осень. Сладость лета, испив до донца, успокаивать ливнями память, начинать все картины солнца и не знать, что еще добавить. Это солнце, светлое солнце, мой друг, солнце. Отрешенно бродить меж сосен, забывать имена и числа, начинать все стихи словом осень, продолжать их, не видя смысла. Это осень, ранняя осень, мой друг, осень. Оставляя пустые надежды, облачаться в одежды света, начиная вопросы словами, но где же? Ниоткуда не ждать ответа, только где же? Все-таки где же, мой друг, где же? Растворяться в полете птицы, над закатом кружится в танце, сделав шаг, оглянуться, проститься, и не смочь ни уйти, ни остаться. Не остаться, жаль, не остаться, мой друг, поздно. Ну, стихотворение у нас. Так, у нас там с водой. Кто-нибудь может воды налить? Помажу, что. Песня написана из вредности. Рассказываю. Как? Песня написана из вредности одном семинаре по переводу поэзии. Мне сделали замечание за то, что я перевела одну строку Мицкевича, две строки из Мицкевича, использовав глагольную рифму. Я как-то даже разозлилась, говорю, если Мицкевич не глашается глагольными рифмами, то с какой стати должны его прикрывать? А можно вопрос, а кто такой Мицкевич? А да, Мицкевич, польский великий поэт. Вот. Да, и меня само это слово... Это когда не в шутку за не мог, и больше, и лучше выдумать не мог. Вот, вот в таком плане. Вот, вот. И, ой, спасибо большое. Спасибо огромное. Ну вот да, так сложилось, что в русском стихосложении это считается дурным тоном. Вот, оказывается, так. Вот, и меня... Вот, и вот меня это задело самое, почему я употребила слово «прикрывать». Разве это стыдно? Да, разве это плохо? И из вредности написала песню, в которой только глагольный рифм. Это вот к вопросу о том, что такое глагольный рифм. Вот что такое осень, да, это там что-то там, а вот что такое глагольный рифм. Ты
упрекаешь меня, а принимаешь меня, не изучаешь меня и не поучаешь меня, и не замечаешь, как мне возвращаешь меня. Не возвращаешь меня. Соглашаюсь с тобой, я восхищаюсь тобой и защищаюсь тобой, обогащаюсь тобой и не пресыщаюсь тобой и не прощаюсь, я возвращаюсь домой. Я возвращаюсь домой. Восхищаюсь тобой, а ты улетаешь, как всегда улетаешь, но не бросаешь меня. Мне оставляешь меня.